Сегодняшний наш вебинар посвящен уходам за шеей. Меня зовут Шампранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек. Также я являюсь преподавателем депиляции очень давно, но к депиляции это отношение никакого не имеет, да, но я также много практикую в салоне. И думаю, что тема ухода за шеей актуальна, поскольку когда выбирала именно о чем вам рассказывать, да, и какие у нас новинки вышли, какие процедуры актуальны, наблюдала последние вот 2 месяца, с чем обращаются клиенты в салон. И на самом деле получилось так, что действительно очень много вопросов было по уходу за шеей. И как к аппаратной косметологии, так и были запросы, да, там, на инъекционные методики. К сожалению, я об этом рассказывать буду только очень коротко, а разбирать, какими средствами, как ухаживать, почему, что лучше выбрать, да, какой домашний уход предложить. Мы сегодня с вами полноценно разберем, тем более у нас вышло несколько новинок, которые будут актуальны не только в уходе за лицом, но и также хорошо себя показали и в уходах за областью шеи и декольте. Как правило, область шеи очень часто выдает возраст, да, по совсем банальным на самом деле причинам, да. Кожа в области шеи и декольте очень чувствительная. Очень мало подкожно-жировой клетчатки, ограниченное количество сальных желез, да, и из-за этого сухость, дряблость в этой области. Очень быстро заметными становятся морщины. Также, и это, наверное, вот для меня было последнее время очень заметно и актуально лично у моих клиентов, я не знаю, как у ваших клиентов, но в этой зоне очень малое количество вырабатывается меланоцитов, и очень часто пигментация на шее и области декольте. Особенно в летний период, да, еще при попадании солнечных лучей, частых посещений, принятия солнечных ванн, да, простите, немножко что-то разволновалось, да, но частое принятие солнечных ванн, открытая одежда очень часто вызывает пигментацию в этой области. Также очень важным аспектом, да, для шеи является большая нагрузка на шейный отдел позвоночника. Особенно в последнее время из-за увлечения гаджетами, да, за такой сложной офисной работой. Многие уже, наверное, почти 2 года, многие работают на удаленке дома, да, и действительно, снижение мышечного тонуса, эластичность кожи, отечность, нарушение лимфотока. Возможно, вы тоже обращали внимание на то, что такой повсеместно пастозность на лице появляется. И за это тоже отвечает шейный отдел. Также хочу сказать парадоксально, но излишние физические нагрузки, увлечение фитнесом, какие-то диеты, к
к сожалению, вегетарианство, хотя мне очень нравится эта философия, да, способствует быстрому старению кожи как раз в области шеи. Особенно, и почему я заговорила вот как раз вот об этом, да, из-за постоянной нагрузки и иногда даже перенагрузки в фитнес-залах, да, очень часто шея начинает выдавать возраст. Также различные методики фейс-фитнеса, да, которые не дают полноценной даже не нагрузки, а не дают правильной нагрузки на область шейно-воротниковой зоны, тоже усугубляют проблемы именно в области шеи и декольте. Да? Казалось бы, что вроде очень много пользы от упражнений, от фитнес-упражнений, да? Но при этом шея страдает. Ну, самое банальное, наверное, это когда в домашнем рутинном уходе мы очень мало внимания уделяем шее. К сожалению, тоже в последнее время усугубилась больше проблема акне из-за ношения масок, да, и большинство наших клиентов на наших вебинарах еще присутствуют наши же клиенты, не только косметологи, да, и ваших клиентов, кто косметологи, да, усугубилась проблема акне из-за ношения масок, да, и большая востребованность в подсушивающих процедурах, в кремах, которые нейтрализуют эту проблему, да, или же вообще в аптечных средствах. Эти кремы, эта косметика, да, косметика для жирной кожи может также негативно, она подсушивающая, да, и имеет другую направленность. Здесь и так снижена выработка кожного сала, да, в области шеи и декольте. И проблема с шеей, да, то есть усугубляется и становится явно выраженным, несмотря на то, что очень может быть уже красивое лицо, хорошая кожа на лице, но кожа шеи привлекает внимание тем, что не очень комфортно, точнее, не очень красиво она выглядит. Что делать? Кстати, еще один момент, да, который я здесь не указал на слайде, да, это еще ношение неправильного нижнего белья, дает нагрузку не только на грудь, да, и делает, ну, возможно, да, там не очень красивым торс, да, когда неправильно подобранное нижнее белье, но неправильное касание бретелей нижнего белья, да, усугубляет, опять же таки, проблемы не только с кожей, да, но еще и с нагрузкой на шею. Соответственно, нарушается лимфоток, да, в некоторых случаях, там, если бретель, например, натирают, да, у клиентов и у людей с большим размером груди, образуется и пигментация, да, и идет нагрузка на задние мышцы, да, на мышцы шеи, и, соответственно, становятся явно выраженными и морщины, да, и проявляются, опять же таки, пигментация. Вот об этом, о всем и о коррекции мы будем сегодня с вами говорить. Также это тоже у нас все относится к проблеме шеи. Второй подбородок, да, с которым тоже стоит поработать, да, является он у нас с вами частью шеи. А еще тоже хотела сказать, да, сакцентировать, ушла немножечко в другую сторону, но хотела сакцентировать, что область шеи напрямую влияет на некоторые проблемы с лицом и вообще на красоту лица, особенно на
образование второго подбородка, брылей, носогубных складок. Но еще есть несколько причин образования второго подбородка. Это прежде всего неправильная осанка. Да, иногда и даже часто, да, это избыточный вес, снижение тонуса кожи, да, и те же перечисленные проблемы, да, то есть это нарушение кровоснабжения, да, и нарушение лимфотока в этой области. Что делать? Есть большое количество как инвазивных, так и неинвазивных процедур, да, то есть очень много, наверное, предлагается сейчас аппаратных техник. Также одно, наверное, из лучших решений, да, то есть это инъекционная косметология, да, которая позволяет очень быстро нивелировать проблемы в области шеи. Но мы сегодня будем говорить именно о тактике, о том, что можно делать еще и не прибегая к каким-то серьезным процедурам. Прежде всего, это очищение, устранение гиперкератоза. Очищение должно быть таким же полноценным, как очищение лица. Да, очень часто для очищения лица применяются многоступенчатые системы очищения, да, а вот к шее как-то очень, ну, немного применяется усилий для очищения шеи, но здесь тоже очень нужно использовать направленные средства, да, которые позволят, да, не пересушивать кожу во время умывания. Также, что еще один из этапов, да, то есть это стимуляция выработки коллагена. В области шеи, наверное, кожа тоньше, и я все время сравниваю область шеи с областью глаз, да, когда толщина кожи и плотность кожи гораздо ниже, чем на общей площади лица, да, и, соответственно, выработка коллагена и эластина снижена, и здесь делать следует все-таки тоже направленные процедуры на стимуляцию выработки коллагена и эластина. Активизация кровообращения, да, восстановление уровня увлажненности, ну, это основные такие три кита, на которых строятся уходы за областью шеи и декольте. Ну и сакцентировать я бы хотела, да, на укреплении мышц шейного отдела, что лучше, наверное, делать при помощи массажей, да, каких-то специальных упражнений. Упражнения я не буду сегодня давать, да, но массажные техники, да, мы с вами сегодня с удовольствием обсудим, да, то есть какие процедуры стоит выбирать, какие средства лучше выбирать для этого, да, то есть для работы с шеей и декольте прежде и очень важно все-таки проводить полноценное очищение. И, возможно, не в один этап, да, а в несколько этапов, поскольку, ну, повторюсь, что кожа более тонкая, нежная. Для области шеи и декольте очень неплохо применять, например, для очищения более жирные и мягкие средства, нежели для области лица. Здесь не подойдут средства для проблемной кожи. Да, мне очень нравится удаление макияжа и очищение начинать с гидрофильных масел именно на шее, несмотря на то, что этот продукт
продукт больше предназначен для снятия толстого слоя макияжа, да, а не для обычного умывания, да, поскольку гидрофильное масло призвано прекрасно эмульгировать толстый слой, вот жирный толстый слой макияжа. Ольга, здравствуйте, приветствуем вас. Наш сегодняшний вебинар, повторюсь, для вас, да, посвящен области, работе с областью шеи и декольте, да, и мы продолжаем. Остановилась я на гидрофильных маслах, да, которые, в принципе, основная их задача снимать толстый слой жирного макияжа, да, то есть декоративную косметику, да, или же когда лицо активно салится, да, и вот этот кожный блеск жирный призван удалять, да, но больше вообще изначально назначение гидрофильного масла было все-таки для снятия толстого слоя макияжа. Ну, очень поэтому популярен очень в корейских уходах, там, ну, с этим все знакомы, да, то, что корейский полноценный макияж, он многоступенчатый, начиная от базы различных средств многослойно нанесенных, да, много пудры, и поэтому требует такого плотного очищения. Ну вот, для очищения шеи и области декольте гидрофильное масло тоже очень подходит, потому что мягко позволяет удалять остатки пыли, грязи, может быть, да, там кремов нанесенных, да, и будет хорошо, комфортно очищать эту область в течение дня. Но если вы не работаете или у вас нет в арсенале дома, да, гидрофильного масла, то для этого подойдут прекрасно любые пенки, муссы для снятия макияжа, для очищения. Гелевые средства тоже очень подходят для снятия, для очищения области шеи и декольте, если они не предназначены для жирной проблемной кожи, чтобы не пересушивать эту область. Далее, если, например, при очищение и ухода за лицом, стадию тонизации можно пропустить, да, если, например, у нас дальше идут какие-то процедуры уходовые, да, мы наносим большое количество сывороток, ампульных средств, да, или какие-то сложные уходы выполняем, например, с лицом этап тонизации можно пропустить. А вот с областью шеи и декольте я бы не рекомендовала пропускать этот этап, потому что все равно любой тоник, кроме тоников для жирной кожи и спиртосодержащих продуктов, да, содержит тоже активные ингредиенты, и они, как правило, не только сами ухаживают, да, вот к тоникам почему-то некоторые очень предвзято относятся, да, я люблю этот этап, потому что, во-первых, все активные ингредиенты, да, это вода, да, то есть это водные растворы, как правило, да, я не говорю сейчас про тонеры, там отдельные темы, и про наш тоник, один из тоников, который можно использовать как тонер, я тоже попозже расскажу, да, но активные ингредиенты не только усиливают, да, действие потом последующих нанесенных средств, да, но еще и будут дополнительно все равно увлажнять кожу в этой области. Пилинги. Здесь само название, да, данной процедуры от, я бы сказала, наверное, если только кожа не очень нежная или чувствительная, от банальных мягких скраберов, да, до химических пилингов, да, если есть склонность к пигментации, есть прям где разбежаться. Это
я бы назвала прямо одной из основных частей ухода, да, которая будет улучшать и кровоснабжение, да, и давать дополнительное очищение, и стимулировать кожу. Поэтому этого этапа лучше не избегать. 2-3 раза в неделю пилинг в области шеи, декольте сделает только лучше и поможет, поможет улучшить действие других процедур. Ну, наверное, самое популярное, и буду много говорить об этом, наверное, сегодня, это различные типы массажа, поскольку работа как поверхностная, да, в классическом массаже, так и глубокая проработка мышц шеи, как в шейно-воротниковом массаже, так и различных разновидностей хиромассажа, да, от испанского, там есть французские техники, проработка мышц и даже лимфодренажного массажа помогут сделать внешний вид этой области гораздо лучше. Ну и самое основное, да, то есть это увлажняющие и тонизирующие процедуры, особенно вот в нынешний период очень жаркого лета, активного солнца, помогут не только просто поухаживать за кожей, да, но и предотвратить пигментацию. Что в составе косметических средств, на что стоит обращать внимание? Да, прежде всего, это на чем мы остановились, да, это увлажнение, да, то есть гиалуроновая кислота всех всевозможных форм почему-то к гиалуроновой кислоте, если она не в инъекциях, относится все очень подозрительно. Я считаю, что она, возможно, неэффективна. Мне очень нравится действие как низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, так и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. И наноформы гиалуроновой кислоты будут очень полезны. Да? Но, например, для области шеи низкомолекулярная гиалуроновая кислота даст достаточно стойкое увлажнение, а вот высокомолекулярная кислота, мне кажется, должна входить практически в набор любой дамской косметички для работы именно с областью шеи и декольте. Вот эта плотная дышащая пленка, которая создает гиалуроновая кислота, да, позволит надолго удерживать увлажнение в этой области, да, может быть, на лице это не так актуально, да, как принято считать, да, что гиалуроновая кислота должна быть в более низкомолекулярной форме, да, может быть, если для лица это не так актуально, а вот для шеи все-таки высокомолекулярная формула очень актуальна при уходе. Алоэ вера, да, то, что нам дает увлажнение, коллаген, ниацинамид будут укреплять верхние слои кожи. И в составе нужно также наблюдать, да, эластин, который будет отвечать за действительно вот эластичность кожи, да, который будет поддерживать тонус кожи. Все возможные пептиды, как строительный материал для выработки коллагена, да, для улучшения плотности кожи, улучшения рельефа кожи, да, работы, если уже есть морщины в этой области, да, тоже
будут очень актуальны в уходовых средствах для области шеи и декольте. Ну и всевозможные антиоксиданты, чтобы, опять же, избежать пигментации. Причем чем старше возраст, тем более стойкая пигментация в видимом треугольнике, да, вот в подключичной зоне. Как правило, она еще сопровождается дополнительно сосудистой сеткой, поэтому различные витаминные комплексы, антиоксидантные комплексы должны быть в составе косметических средств. Ну, что еще можно, да, дополнить спектр, да, чем, да, то есть это кофеин, который будет улучшать кровообращение, и различные омега-кислоты, да, то есть для улучшения состояния кожи. И про массажные техники хотела прям отдельно сделать акцент, да, начну с самого банального массажа шейно-воротниковой зоны. Специально прикрепила слайд, да, такой вот с массажными, с расположениями мышц, поскольку работа с шеей, повторюсь, да, очень сильно влияет на четкость овала лица, на весь нижний отдел, на зону улыбки, носогубная складка, да, то есть здесь и будут влиять и жевательные мышцы, которые прикрепляются к нижней части челюсти. Все мышцы шейного отдела, да, и трапециевидная мышца также будут отвечать за наличие морщин в области лица. Самая, конечно, такая мышца, которая дает влияние на весь рельеф, это грудинно-ключично-сосцевидная мышца, на которой еще очень много лимфатических узлов, да, и, как правило, работа с ней дает необыкновенный такой эффект на лице. В первую очередь работа с шеей – это снятие отечности, ну и еще, конечно же, более четкий овал. И работа со вторым подбородком тоже также включает в себя работу с шейным отделом. Прежде всего, это массаж шейно-воротниковой зоны, поскольку вся нагрузка у нас на шейный отдел идет, и проработка трапециевидной мышцы, мышц разгибателей шеи очень благотворно повлияет не только на снятие отечности, пастозности в лице, да, и на кожу в области шеи, декольте, да, но еще и будет влиять на последующую работу с межбровьем, да, и морщинами в области глаз. Поэтому массаж шейно-воротниковой зоны улучшит не только состояние кожи шеи и декольте, да, но еще и даст положительный эффект при работе со всем лицом. Классический массаж, который выполняется, да, по разным техникам. Ну, самый популярный у нас классический массаж по Хабадзе, да, который не только работает с лицом, да, но и прорабатывает также лимфатическую систему и полноценно дает возможность поухаживать за кожей шеи. Различные хиромассажи в разных техниках выполнения, да, есть, например, если испанский хиромассаж позволяет чередовать
дренажный массаж, да, хиропластический массаж и глубокую проработку мышц, то, например, французский хиромассаж включает в себя чередование в одном виде массажа всех этих техник, которые практически за одну процедуру не повторяются, да, но включают в себя все элементы и лимфодренажного массажа, да, и пластического массажа, и где-то элементы точечных массажей, поэтому тоже будет очень хороший комплекс выполнен и благотворно повлияет на шейный отдел и зону декольте. Почему я, например, делаю акцент на массажных техниках, да, поскольку здесь самая, наверное, быстрая работа, да, которая еще и позволяет улучшить действие всех нанесенных средств, которые применяются для ухода за этой зоной. И хотела, ну и, наверное, все-таки расскажу, что про упражнения хотела вам рассказывать. Ну, наверное, не буду. Я люблю очень действительно физические некоторые упражнения, которые позволяют немножко расслабить мышцы, да, и в то же время выровнять осанку, но просто пройдусь немножечко по мышечной поверхности, да, которой стоит уделять внимание, да. Прежде всего, это подкожная мышца шеи, да, и здесь массажные техники будут действительно направленными на работу с этими мышцами. Для того, чтобы сделать качественную проработку, да, здесь не нужна большая нагрузка, да, достаточно мягкого скольжения и плотного прилегания рук, да. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца, наверное, ну, самая активная мышца, которая влияет на всю красоту лица, да, то есть она отвечает за очень многие функции. В то же время, как я уже говорила, да, то, что влияет на работу практически еще всего челюстного отдела, да, и, соответственно, при работе с вторым подбородком, с носогубной складкой, все-таки стоит уделять ей большое внимание. Да? Почему делаю на этом акцент? Да? На ней еще находится, начиная от ушных лимфоузлов, да, и вдоль всей грудинно-сосцевидной мышцы, да, находится большое количество также лимфоузлов. И для того, чтобы убрать и отечность, и пастозность, да, и сделать красивый цвет лица, все-таки нужно уделять ей особенное внимание и включать в свою работу массажные техники, да. Что мне хотелось бы еще какой сделать здесь акцент, да. Про очищение подробно рассказала, да? Вернусь, наверное, вот сюда, да? В сочетании с массажными техниками отлично работают еще и дополнительно разные виды масок, да? То есть, например,
массаж шейной воротниковой зоны можно прекрасно сочетать и выполнять не только по тальку, как в классической технологии, да, подразумевается, но еще и можно сделать движение и по каким-то жирным маскам, направленным на увлажнение питания, да, фиксация любого этого массажа будет и пролонгированное действие, да, и усиленное действие, усиливается действие массажа, да, при помощи альгинатных масок. Что еще можно добавить? Немножко потеряла я мысль, но продолжу. Да, что еще можно добавить? Например, начинала я вот говорить про тоники, да, что тонизация в случае области шеи и декольте – это, наверное, обязательный этап. Так вот, для усиления действия маски в области шеи и декольте можно добавлять как поверхностным нанесением, да, при послойном нанесении, так и можно добавлять тоники в маски. Напомню, что это если нет только не тоник, который на спиртовой основе, да, или же там тоники для проблемной кожи. Каким образом? Например, в жирные маски можно добавлять гидролаты для усиления, опять же, такие действие некоторых ингредиентов, но здесь нужно смотреть по ингредиентному составу. Например, альгинатные маски можно разводить тониками, чтобы дополнить действие компонентов самой маски, да, и усилить их, опять же таки, составом тоника. Иногда у некоторых брендов у нас, к сожалению, пока вот нет альгината. Надеемся, что, возможно, будет альгинатная маска, но это не в ближайшее время. Что можно сделать? Допустим, развести альгинатную маску с очень узким составом. К примеру, если взять, сейчас просто у меня в работе, например, там есть маски с ацеролой и с витамином С, да, например, в такую маску, которая будет оказывать осветляющее действие, да, если есть пигментация в области шеи, да, или в области декольте, можно, например, усилить действием тоника. Например, нашего тоника с гиалуроновой кислотой, да, который с эластином и с гидролизатом коллагена. Да, то есть им совершенно спокойно можно развести альгинатную маску какого-то направленного действия, да, и добавить как дополнительный увлажняющий компонент. Как еще можно нанести? Ну, кто знаком с нашей продукцией, да, то есть этот тоник все прекрасно знают. У меня вот, к сожалению, рядом с собой я его не поставила. Все прекрасно знают, да, что он имеет такую более плотную, почти гелевую текстуру, как у тонеров. Да, то есть это нечто среднее такое между сывороткой и жидким тоником. То есть его можно нанести не только при помощи ватного диска, да, или простого распыления, но еще его нанести можно под любую маску, под любой крем, как сыворотку, либо добавить также в маску и еще больше усилить увлажняющий эффект. В каких случаях так, например, можно сделать, да? То есть, если вы делали, например, лифтинговый массаж, да, либо массаж с глубокой проработкой мышц, когда у вас крем,
по которым вы делали массаж, да, или сыворотки, по которым вы делали массаж, практически полностью впитались, да, в этом случае можно добавлять дополнительных ингредиентов для того, чтобы еще усилить действие, да, не подкладывая крем, да, под альгинатную маску. Многие знают, да, что мы работаем, например, массаж какими-то масляными средствами, да, там кто-то работает массажи на маслах или на жирных кремах, альгинат потом очень плохо ложится, да, здесь можно отработать массаж, да, то есть на минимальных дозах, не убирая массажное средство, да, зафиксировать маской и в маску добавить тоник для еще более направленного действия. В процедурах послойного нанесения, да, то есть можно, когда вы не выполняли массаж, либо у вас маска осветляющая, да, что сейчас, наверное, особенно актуально из-за того, что может быть, кто-то пренебрег уходовыми средствами с фотозащитой, да, и появилась какая-то пигментация, да, то есть все равно, несмотря на то, что у нас сейчас солнечные дни, и мы не работаем с пилингами, отбеливающими средствами, да, но чтобы помочь осветлить, нейтрализовать, да, то есть как бы нивелировать эту пигментацию, можно как раз при помощи массажных техник, да, давая дополнительное увлажнение кожи. Точно так же в масках можно использовать при разведении, да, тоники, такой наш тоник, как тоник из линии Anti-Age, да, то есть это тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, точно так же можно очень хорошо использовать его как обычный тоник, да, так и для разведения масок. Кстати, не тема сегодняшняя, да, но, возможно, тоже поможет, да, очень многие сыпучие маски, глиняные маски, энзимные маски в некоторых случаях, да, которые порошковые, точно так же можно развести, применяя при помощи вот этих двух тоников, да, до определенной консистенции, дав им еще дополнительное действие, направив, например, в нужное русло. Если я вначале говорила, да, про то, что дополнительное очищение, вот в случае шеи, декольте, да, пока мы отодвигаем, да, какие-то химические пилинги, направленные как на омолаживающие действия, так и на стимулирующие действия, да, и на отбеливание в том числе, мы отодвинем эту тему ближе к осени, что сейчас можно включать в процедуры, да, чтобы и стимулировать выработку коллагена того же, да, немножко осветлить кожу, дать дополнительный уход. Это как раз энзимные пилинги, энзимные маски. В нашем случае можно и очень, кстати, эффективно. Наша пектиново-энзимная маска, которая очень мягко осветляет кожу, да, очень многие наши клиенты и косметологи привыкли, потому что у нее очень хорошее разрыхляющее действие, да, и использовать эту маску в качестве подготовки к ультразвуковому пилингу, к чистке, как мануальной, так и к ультразвуковой чистке, да, подготовка кожи при помощи этой маски. Но эту маску можно применять и самостоятельно, как дополнительное очищение, да, и как энзимный пилинг.
точно так же ее можно нанести под пленку. Я сейчас говорю про область шеи и декольте, да, только не, мы не будем проводить чистку, да, а можно провести такой мягкий отшелушивающий массаж в этой области, дать дополнительное очищение. Если маску под пленку не наносить, можно работать влажными руками все время аппликации, да, там от 10 до 15 минут, работать мягкими массажными движениями, помогая отшелушиванию, улучшая кровоснабжение, да, и потом ее мы точно так же смываем, да, как обычно, салфеточками, да, там кто-то губками удаляет остатки. Что первое, да, маска нам дает? У нее закисленный pH, да, и она помогает осветлить кожу, также помогает нам потом. Ну, стандартный энзимный пилинг мы совершаем, да, то есть мы стимулируем кожу, стимулируем кровоснабжение, да, и помогаем уже потом нам последующие нанесенные средства. Если энзимные маски в вашем арсенале, да, не так вот, как наша гелевая, да, там пектиновый используется энзим, да, если у вас энзимы в сухой форме, возможно, там может быть как папаин, так и бармелайн, да, у разных брендов есть разные, но у некоторых людей к этим энзимам есть чувствительность. Очень многие клиенты с чувствительной кожей ощущают агрессивное воздействие энзима, да, и вам приходится держать аппликацию чуть-чуть меньше, да, то есть поэтому, чтобы немножко нейтрализовать, да, вот эти неприятные ощущения, энзимные маски в порошках точно так же можно развести, например, при помощи тоника, да, и выдержать аппликацию, да, достаточно большое время. Дальше, после такого вот полноценного очищения, да, то есть какие средства еще нам помогут дальше работать, да. Про маски как очищающие, так и уходовые мы поговорили. Альгинатные можно тоже, не можно, а нужно для фиксации результата. Да. Что еще можно, например, в домашних условиях? Очень часто, ну, это больше такие домашние уходы, рекомендован контрастный душ для этой области. В салонном варианте что можно сделать? Да? Здесь можно положить компресс, только не горячим полотенцем, да, а такой комнатной температуры. Каким образом можно собрать такую процедуру? Я вот перескочу немножко по слайдам, да. Например, у нас очень давно всеми любимая маска Aqua Удовольствие, по которой, кстати, очень комфортно можно выполнить, например, лимфодренажный массаж. Многие с ней знакомы, она достаточно плотная, вязкая. В составе, помимо увлажняющего комплекса, да, Aquasil, есть высокомолекулярная, это моя любимая, да, гиалуроновая кислота, потому что она дает очень хорошую вязкость любым средствам. Да, и в этом случае, например, можно выполнить такой достаточно полноценный 10-15-минутный лимфодренажный массаж прям по маске. Если массаж делать не хочется, да, то
Маску можно наложить таким достаточно плотным слоем. У нас на сайте есть видео нашего доктора, да, как она рассказывает, как из этой маски можно сделать гидропатчи под глаза. Да, точно так же она толстым слоем в виде патча наносится на шею. Если вы захватываете область подбородка, да, и это место пересушено, то можно еще сделать из одноразовых салфеток компресс. Верхнюю часть можно зафиксировать и прикрыть полотенцем, нагретым, ну, может быть, на 2-3 градуса. Мне все время хочется сказать на батарее, да, можно его погреть, да, то есть на пару-тройку градусов повыше для компресса очень хорошо. Можно не греть, да, у нас все-таки здесь с вами область щитовидной железы находится, ну и 1-2 градуса для более глубокого впитывания. И, опять же, мышечного расслабления, это нормально, да, просто в некоторых кабинетах, в некоторых клиниках есть специальный шкаф для разогрева полотенец, в котором хранятся полотенца, чтобы можно было, в гостиницах очень часто бывают, да, такие, где полотенце чуть-чуть выше комнатной температуры, вот таким образом можно сделать компресс. Сама по себе маска еще очень хорошо, помимо того, что увлажняет кожу, она не зря называется акваудовольствие, да, она еще хорошо тонизирует кожу, в составе ее есть и арника, и плющ, и мальва, поэтому будет маска и уплотнять кожу, да, тонизировать, мы получим легкий лифтинг, да, и хорошее восстановление кожи. В летний период особенно хочу ее рекомендовать для тех, кто загорает, да, для тех, у кого кожа пересушивается на такой жаре, в качестве профилактики ее можно делать через день. Если кто-то сгорел, так получилось, то маску можно делать ежедневно, да, для того, чтобы максимально комфортно восстановить кожу. Да, вот в отличие от, например, там низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, высокомолекулярная гиалуроновая кислота еще обладает очень хорошим успокаивающим действием. И я вернусь к средствам. Компресс, альгинатные маски, кремовые плотные маски, да, там питательные, в которые можно добавлять еще дополнительно тонизацию непосредственно перед нанесением, можно послойное нанесение. То есть шеей можно делать вот этот вот многослойный сэндвич, особенно если хочется вернуть ее к жизни, когда немножечко запущено состояние кожи. Кстати, при жестких диетах, да, в первую очередь тоже очень страдает шея. Какие средства по работе с шеей, да, то есть у нас есть питательный массажный крем спа апельсин. Кто с ним знаком, возможно, очень быстро впитывается. Для полноценного, например, хиромассажа его будет мало или у вас будет большой расход. Здесь, опять же, нам с вами немножко будет подкатываться, но здесь нам с вами может помочь еще для скольжения дополнительное увлажнение в виде душа. Это у нас будет тоник с коллагеном. С коллагеном и алоэ вера, потому что будет скатываться гель, тоник,
поскольку он прям крем, который с гиалуроновой кислотой и эластином, но можно добавлять в качестве душа, увлажняя в момент работы массажа, тогда может вам хватить немножечко надолго. Но идеальный крем, да, который подходит под лимфодренажный массаж, идеальный крем, который подходит под классический массаж, например, по Ахабадзе, в составе у него очень мягкие масла, да, это у нас масло сладкого миндаля, масло какао, а также масло ши и есть эфирное масло апельсина. Там его немного, но оно, чем хорошо? Эфирное масло апельсина, помимо своих энергетических способностей, да, работы на коже, еще и обладает, да, то есть как аромамасло дает, во-первых, хорошее настроение и расслабление, что, в принципе, очень хорошо при, когда мы работаем с мышцами, да. Здесь плотность крема очень такая комфортная, он не жирный. И, кстати, на него, если мы делаем массаж в процедурном уходе, не в домашнем, например, ежедневном уходе вечером, да, а в процедурном уходе, то альгинатные маски по этому крему не скользят, да, то есть у вас будет лежать полноценная аппликация. Можно применять его как вечерний крем, да, как ночной крем на область шеи, декольте. Можно его, тогда доза будет очень низкая. Для полноценного скользящего массажа, да, то есть можно добавить одну каплю масла, возможно, там какого-то вашего любимого, с которой вы комфортно себя чувствуете, просто для дополнительного скольжения, если, например, вы выполняете техники хиромассажа, да, или же какие-то свои фантазийные техники. Очень люблю, дальше перейду к уходам, как в домашнем уходе, так и в салонном уходе. Это сыворотка интенсив омоложения, которая содержит в своем составе все ингредиенты, которые прекрасно восстанавливают кожу. И там есть все, что нужно именно для кожи шеи. Клеточная фитокультура яблока, да, это те же самые, можно назвать их стволовые клетки растений, которые сейчас модно использовать, да, там клеточная фитокультура, которая очень хорошо стимулирует выработку коллагена, уплотняет кожу и успокаивает раздраженную кожу. Бета-глюкан, да, который тоже очень хорошо восстанавливает кожу, да, улучшает ее регенеративные способности. Также в нем содержится высокомолекулярная гиалуроновая кислота, да, и гиалуроновая кислота сверхмалой цепи, которая проникает в глубокие слои кожи, да. То есть это средство можно использовать и под любые маски, да, которые мы делаем. Также, если тонким слоем можно использовать под массаж, также как средство ежедневного ухода, как днем, да, так и в вечернем уходе. Вернусь я про нее уже я говорила, да, за областью шеи
очень популярны, смотрю на маску, да, из аппаратной косметологии, да, очень популярны будут микротоковый уход, да, очень популярны комфортная РФ-терапия и маска Аква Удовольствие, так же, как у нас есть сыворотка с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, которая, собственно говоря, и предназначена для этих процедур, по маске Аква Удовольствие еще очень хорошо удаются вот эти процедуры по аппаратной, да, именно в работе с шеей. И я перейду, наверное, к нашей новинке, гель, моделирующий для нижней трети лица. Который предназначен все-таки для работы со вторым подбородком. Как мы с вами видим, что в составе его и экстракт фукуса, который будет не только улучшать кровоснабжение, да, но очень хороший липолитик, очень хорошо увлажняет дополнительно, да, конский каштан, который будет убирать отечность, пастозность, да, ну, центелла азиатская обладает, наверное, самым высоким, не знаю даже с чем сравнить, регенерирующим свойством, да, есть листья винограда, плющ, очень много липолитиков, да, и многие задавали вопрос, что лучше, ведь у нас в коллекции Гильтек также есть средства по коррекции овала лица, да, и работе со вторым подбородком, это актив лифтинг. Вот, наверное, сейчас время, да, раз мы работаем с областью шеи и декольте, и вторым подбородком, вот если есть излишняя масса тела, если все-таки есть жировые отложения, то тогда гель, моделирующий для нижней трети лица, потому что там есть липолитики, он даст и хороший лифтинг, и поработает, поможет вам поработать, да, с жировыми отложениями. А если направленные действия, да, все-таки по нижней челюсти, да, и работа именно с кожей, то это тогда будет актив лифтинг. При этом под аппаратную косметологию подходит ОБ2. И здесь, если актив лифтинг можно подложить, наверное, под массаж и использовать самостоятельно, то гель, моделирующий для нижней трети лица, я бы, например, закрывала после массажа, да, то есть как отдельное. Тоже задавали вопрос, можно ли наносить его на все лицо. В теории, да. Тоже хорошо включить под альгинатные маски, под кремовые маски. Также мы будем использовать моделирующий клей для нижней трети лица. И из ежедневных таких тоже две новинки, которые стоит включать, наверное, в ежедневный уход, да, это омолаживающий концентрат 5 пептидов. И новинка у нас вышла в отдельной линии, которая это отдельный бренд, который выпускает компания Гильтек. Это линия The U. Она пока не очень большая. Я хотела бы обратить ваше внимание вот на сыворотку как раз True Baby Face Serum, которая содержит в своем составе и ниацинамид, и витамин С. Экстракты
экстракты растений, вот экстракт шиповника, календула, ромашка, липа, она обладает и успокаивающим действием, выравнивает тон кожи и дает очень хороший лифтинг. Работая с ней как с шеей, так и с декольте, вы получаете очень хорошего качества кожу, выравнивая ее как бы. Плюс ее большой плюс то, что ее можно использовать и в ежедневных уходах, да, и в салонных уходах, да, то есть эта сыворотка дает моментальный эффект, если нужно куда-то выйти в экспресс-процедурах. Но очень хорошо работает под альгинатные маски. Я сейчас, наверное, больше уже представляю себе лицо, потому что она хорошо убирает отечность, пастозность. Да? Но если все-таки мы сегодня говорили о нижней трети лица, о шее, декольте, да, то здесь мы получаем идеальный моментальный тонус. О накопительном действии сыворотка с этим составом, да, стоит все-таки говорить, наверное, через месяц-два, потому что, например, вот все свойства, да, то есть воздействие и витамина С, да, и ниацинамида, оно все-таки полноценно открывается после использования в течение 4, там, 5-6 недель. Ну и моментальное действие, да, то есть от этих ингредиентов тоже не стоит забывать, да, и омолаживающий концентрат 5 пип, несмотря на то, что это в составе есть не только сигнальные, да, пептиды, там есть миорелаксанты, но для ухода за подвижной шеей, за шеей, которая потеряла тонус, у которой есть много мелких морщин, да, так вот называемые кольца Венеры, уже явно выраженные в сочетании летом, да, там с любыми энзимными пилингами, да, мягкими, может быть, эксфолиантами, да, будет идеальное сочетание на сегодняшний день, да, в зимний период, да, когда подготовка, например, к инъекционным методикам, потому что большинство пептидов работают с кожей в глубине морщины, да, как бы разворачивая ее, восстанавливая структуру, и здесь как будет помощь и инъекционным методикам, которые, возможно, кто-то надумает делать как в сочетании, да, так и как самостоятельное средство в молодом возрасте профилактика, да, старения в возрасте 35-40 плюс, да, это может быть в рутинных ежедневных уходах, например, в чередовании программ химических пилингов. Не в одной процедуре, да, а именно в полноценных программах. Также можно, опять же, включать в экспресс-процедуры под альгинатные маски или как завершение процедуры, да, то есть непосредственно перед нанесением завершающих уходовых средств. Я, наверное, сегодня не про все, про все средства рассказала. У меня такой тут лежит список, про что я не сказала. Соответственно, да, при уходе за кожей, шеей и декольте все-таки стоит обращать внимание еще и на солнцезащитные средства. Даже если у вас в уходе
в ежедневном уходе SPF с низким фактором защиты, а высокий фактор защиты вы используете только на пляже, да, там непосредственно загорая, то в случае шеи и декольте стоит задуматься об отдельном средстве, поскольку все-таки здесь есть склонность к пигментации, и многие об этом знают, да, и средство защиты от ультрафиолетовых лучей все-таки должно иметь более высокий солнцезащитный фактор. Многие, как правило, не любят солнцезащитные средства за то, что они пачкают одежду, и одна, опять же таки, из причин образования пигментации в области шеи и декольте, да, это отсутствие здесь крема с фотозащитой. Сразу же хочу сказать, что у нас крем-мультипротектор, да, который не содержит, он oil-free, да, он не содержит масел, имеет фотозащиту 50+, и не оставляет ни жирных следов, ни пачкающих следов на одежде.